Що ви цим хочете сказати? Ми хочемо запитати, чи він підтримує Путіна. Приїзду ленточкам. Чи він підтримує політику Путіна? Якщо він таким символом? Ми хочемо сказати, що символ георгіївської ленточки ніколи не буде більше подійським. Не должен появляться, особливо після 2 мая. Ніколи не під яким компотом. По глазам видно, дорогой человек. Вы не извините. Одесситы. По вашему лицу, мы одесситы, но вы не. Вас такое лицо, что вообще. Под этим символом. Он даже в глаза не хочет смотреть. Каждый день уже. Все, это нечего с ним говорить. А что вы делаете? Женщина сзади. Вы реально что? Это понятно. Это понятно. Вы себе красоту не сделали. Владимир Владимирович, а Путин Да, у него ни совести, ни чести нет. Давайте напишем на эту машину, на этого человека. Родителей наших смерть. Как ваша? Пусть милиция берет его как сепаратист. На всяком случае, он имеет отношение. А вот ты коррупционер у нас здесь. Ты за коррупцию. Ты за коррупцию, понимаешь? Ты за коррупцию. А он коррупцию. И вместе с тобой. В самолете погибло. Это не в курсе, это не Путин, да? Скажи слово, принимай, отстань. Ну и пусть снимает. Для него это очень тяжело. С вами разговаривает. Я с вами не разговариваю. Я думаю, что... Вызывайте милицию, и прямо здесь надо писать заяву на этого сепаратиста. А скажи, да, ты путинец, коммунист путинец, да. Коммунист и путинец. Для него это он очень тяжело, он не умеет. Надо снять эту ленточку в нашем городе. Тихо! Это чудесно! Рапорт составляет, вот ты его рапорт составляет. Как он это оформил? Не сбил наш рапорт. Пусть собирает, пишет. Видите сосновый берег? Это их не пойдемо звідси. Слава Україні! Героям слава! І покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам!